скорее да, чем нет, потому что инфляция достаточно высокая, гораздо выше целевого значения, которое определил Банк России. Вот. И для Банка России это важно, поэтому, да, скорее всего, будет повышение. Банк России, он для того и повышает ключевую ставку, для того, чтобы цены немного припали. У нас цены сейчас почему достаточно высокие? Потому что у нас достаточно сильный дисбаланс на рынке труда. Рабочей силы не хватает, поэтому заработные платы достаточно серьезно растут, плюс достаточно большой объем вливаний в оборот. Вот, поэтому денег, ну, скажем так, денег у населения достаточно много, они их тратят. Ну и вот для того, чтобы несколько снизить потребительский спрос, повышается ключевая ставка. С одной стороны, повышаются ставки по кредитам, с другой стороны, относительно более выгодно становится вкладывать в депозиты. И когда будет несколько пониже потребительский спрос, то, соответственно, цены тоже могут скорректироваться. Но обратная медаль у нас какая? То, что предприятиям же тоже нужны кредитные ресурсы для того, чтобы заниматься инвестированием. И особенно для малого бизнеса те предложения банков, которые есть сейчас, ну, скажем так, мягко, не привлекательны.